С первых же дней операции Романа Мельника не оставляют подозрения, что ФСБ использует его в темную для осуществления каких-то тайных целей. Своими подозрениями Мельник делится лишь с Громовым и Кочетковым. Все трое подозревают ФСБ в том, что те ведут двойную игру. И лишь когда жизнь подполковника Свиридова оказывается под угрозой, он сообщает майору Мельнику, что побег – это спецоперация, разработанная ФСБ. Целью операции было обеспечить побег только одному из заключенных – бывшему оперативному сотруднику ГРУ Максиму Лернеру, севшему в тюрьму по сфабрикованному обвинению в убийстве.